Какой праздник отмечается 8 марта? 8 марта – Международный женский день. Это день девочек им и бабушек, мам. Я буду поздравлять маму, бабушку, сестру, девочек, воспитателей. Любину Вячеславовну, Инну Николаевну, Галину Анатольевну. Маму, бабушку, девочек маленьких. Что можно подарить на 8 марта? Можно подарить букет цветов, открытку. Еще можно подарить браслет, цветы, посуду. Вместе с папой цветы. Приготовить пирог. Испечь пирог можно с повидлом, с изюмом, с картошкой. Еще рисунок нарисовать. Спеть песенку про маму. Рассказать стих. Расскажи о своей маме. Мама очень красивая, трудолюбивая, милая. Она готовит нам с папой обед. Она меня водит на занятия. Трудолюбивая, ласковая, заботливая. Все мне вкусного покупает. Старается купить дорогие игрушки. Моя мама очень красивая, добрая, хорошая, внимательная, умная. Что бы ты хотел пожелать своей маме на 8 марта? Я желаю своей маме быть красивой, умной, доброй и никогда не сдаваться посреди дороги. Красоты, здоровья и ума. Чтобы они были красивыми, хорошими, милыми, заботливыми своими детьми. Здоровья, счастья. Чтобы всегда были красивыми. Я желаю тебе, чтобы ты была хорошая, добрая, умная, красивая. Чтобы она была самой красивой. Желаю, чтобы моя мамочка была ласковая, добрая, красивая, трудолюбивая, смелая.